Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешитель души истины, и живи в тесы, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселительный, и очистины от всяких скверны, и спаси благо души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, на ней пристанете руку, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоей ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, на ней пристанете руку, аминь. Отче наш, иже и Сын на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство, да будет Твое, да будет на небеси, на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от правого. Яко Твоей Царство и силой слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и на веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аминь. Идите поклониться Царю нашему Богу. Преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве нашему. О Иордане, крещающуюся тебе, Господи, Боже, прелестное поклонение, родители Бога, свидетельствующие тебе, благодаря Сына и милуя. Родители Бога, свидетельствующие тебе, благодаря Сына и милуя. Yeah!